Анна Алексеевна Толстая, руководитель образцового ансамбля танца «Радость» ДК имени Горького, город Донецк. Очень приятно, Алексеевна, с вами встретиться, да, так поближе. Открытый урок удался, было все замечательно, все было хорошо, все это вы увидите. Анна Алексеевна, такой вопрос. Почему вы выбрали эту профессию? Как сказала моя мама, я сначала начала танцевать, потом начала ходить. Поэтому, ну, я не знаю, как-то вот мне природа, видно, это заложено было. И у меня не было ни капли сомнения. Я на танцы пошла раньше, чем в школу. И поэтому у меня танцы всегда были на первом месте. Для меня даже было наказанием, если вдруг в школе где-то там что-то. Лучше в школу не пойду, но на танцы. На танцы обязательно, да. Но сколько лет вашему коллективу? Наш коллектив образовался в 89 году. В 2015 году подхватила, чтобы это все не распалось, чтобы это все осталось, потому что, ну, это частичка моей жизни. Но это груз. Это такой груз ответственности. Согласна. Но да. У вас получается. Детей много, я видела несколько групп. Да, дети стараются. То есть все у вас... Теперь хочется еще больше развития, творческого вдохновения. Спасибо огромное. Побольше побед. Выступать на разных площадках. Да, этого не хватает сейчас. Вот, чтобы все, что вы задумали, обязательно свершилось. А мы вам всем поможем. Спасибо большое. Спасибо. 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 Пока-пока. До свидания. Образцовый ансамбль танца «Радость». Сегодня свое мастерство нам показали вот такие замечательные детки, часть, да, всей вашей, да, группы, которая называется как? Радость. Радость М. А что такое М обозначает? Малыши, да, наверное, самые маленькие. А кто ваш руководитель? Анна Алексеевна. Строгая, наверное. Нет. А что вам больше всего нравится на занятиях? Мне нравится шине. Шине, то есть уже такое вращение. Мне нравится, когда мы танцуем танец. Вот как. Мне нравится колесо. Угу. Танец и все акробатические движения. Угу. А скажите, когда вы выступаете на сцене, улыбаться, дарить радость зрителям надо или нет? Надо. Вы уверены? Да. Ну тогда вы вообще прям уже совсем взрослый, уже можно не в М, уже в среднюю группу, да, переводить. Да. Но тогда скажите, а что вам не нравится? Ничего. Все нравится? Да. Шины, а тебе просто шины не нравятся? Я просто его не умею делать. Научишься всему свое время. Ну что, ребят, вы вообще большие молодцы. У вас урок удался, ваш руководитель молодец. Вам творческого успеха, побольше выступлений на разных площадках, принимать участие, где только возможно, не болеть, не пропускать и не лениться. Хорошо? Да. Пока-пока. До свидания. До свидания.